партнеры, которые по каким-то причинам не смогли присоединиться на наш Zoom, поэтому они просили сделать запись, поэтому запись будет. Это хорошая новость, но те люди, которые в записи смотрят, как правило, ну, они не так проникаются этим делом, поэтому лучше смотреть онлайн и реагировать. Поэтому большая просьба, если я буду просить вас как-то отреагировать, поставить хотя бы какую-то цифру в чат или плюсик, вы, пожалуйста, это делайте, будьте активными, и мы вместе с вами тогда сможем создать такое, знаете, энергетическое поле, в котором мы продуктивно этот час проведем и поработаем. Итак, меня зовут Сергей Мартынец. Я думаю, что многие из вас меня знают. И я вместе с супругой Викторией, вот сейчас я вам покажу слайды, мы вместе строим бизнес Dow Life уже более 3 лет. И когда мы только начинали этот бизнес, у нас было много сомнений. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат те, у которых есть сомнения. Вот плюсик ставьте, не стесняйтесь, потому что это нормально. У нас тоже было много сомнений. Были сомнения в плане, а будет ли долгосрочно этот проект? А будет ли, Гриш, примешь там, да, у нас вон есть зал ожидания. А будет ли у нас возможность в этом проекте состояться как лидером, да, будет ли возможность получить автомобиль от компании, да, будет ли возможность путешествовать, развиваться. Знаете, самое большое, то, что меня как бы на первом этапе беспокоило, это насколько Dow Life будет долгосрочным проектом, потому что сейчас очень много проектов появляется, очень много компаний заходит на рынок, и многие компании не могут пережить 5-летний этап. Большинство компаний, это как бы не я придумал, это статистика всемирная, 95% компаний, они не выживают более 5 лет, то есть они закрываются раньше. Поэтому для меня это было как бы основное. Я хотел работать с компанией, которая будет долгосрочная, с которой я смогу построить стабильно растущую карьеру и оставить бизнес своему ребенку. Если вам откликаются такие мысли, ставьте, пожалуйста, в чат тоже плюсик, то есть, чтобы я понимал, что вы точно так же, как и я, у вас тоже есть сомнения, это нормально, и давайте вместе попробуем их развить. Вы знаете, когда мы стартовали в Dow Life, нам пришлось поехать в Польшу, мы познакомились с руководством Dow Life, с топ-лидерами Dow Life. 2 месяца нам понадобилось, чтобы разбираться, мы пробовали продукт, в то время продукт шел с Польши, это занимало порядка 3 недель, и стоимость доставки стоила почти 500 гривен, там 450 с чем-то гривен, и каталоги были на польском языке, у нас были цены в злотых, то есть все было настолько как бы неудобно еще для Украины, не оптимизировано, что мы как бы в то время, я вот сейчас вспоминаю, те люди, которые включались в бизнес, они, ну, было много вызовов, тем не менее сейчас уже на сегодняшний день уже все оптимизировано, у нас есть центральный склад во Львове, у нас доставка бесплатная от 500 баллов прям домой. У нас сейчас огромный ассортимент продуктов, сейчас добавилась линейка бьюти, да, у нас появилось с тех пор много продуктов и для красоты, таких как моя кровь, кератин питьевой, шампуни, гели для душа, зубные пасты у нас появились капсульные продукты про иммуна, да, у нас появились продукты крема для ухода, да, и сейчас появляется, и буквально сейчас через буквально неделю-две у нас появятся еще и продукты для похудения. Да, это очень классно. Здесь вот в зале ожидания появляются люди. Я рад вас приветствовать. Добавил. Да, те, кто добавляются к нам. И, в принципе, вот мы начинали, и с этих сомнений мы как-то пытались что-то сложить, да. И вы знаете, чтобы эти сомнения ушли, и нужно просто и разбираться, нужно узнавать информацию. Человек так устроен, он всегда боится чего-то нового, неизведанного. И это нормально, это защищает нам иногда нас и помогает выжить, в принципе, в каких-то неблагоприятных условиях. Но возможности, которые открываются сейчас, глупо их не рассматривать. Поэтому Dow Life, по моему мнению, это одна из, наверное, это лучшая возможность на сегодняшний день, которая есть на рынке СНГ, которая для нас открывается с минимальными вложениями, можем стартовать и начать бизнес. Ну что, работает ли софт-маркетинг? Вот я вам рассказал красиво все, да, но я хочу вам показать цифры. И цифры говорят о том, что софт-маркетинг, да, то есть компания Dow Life, метод продвижения называется софт-маркетинг, за последние несколько лет вырос на 772%. Это большие цифры.
И вот вам статистика, которую нам дала компания DoLife. Когда мы только приходили в нее, были, ну, как бы обороты были совсем маленькие. Да, это мы пришли в 2017 году, летом. Я помню, когда я сидел на первом событии, когда мы только поехали туда, в Польшу. Цифры, которые они заявляли, они сказали, в 2020 году мы хотим сделать 100 миллионов злотых товарооборот. Ну, как бы для меня как-то были, как я сказал, да, я очень такой скептически настроенный был, и я сомневался, что они это сделают. То есть им нужно было товарооборот свой в 2,5 раза увеличить. И они это сделали. И сейчас, да, в 2020 это было 109 миллионов злотых, да. И я уверен, что те цифры, которые они заявляют здесь на этой картинке, да, в 2021, 2022 и 2025 году они это сделают. Вопрос только в том, сможем ли мы поучаствовать в распределении этих товарооборотов, будут ли люди в нашей команде. Потому что в любом случае с нами или без нас DoLife это сделает. Давайте сделаем так, чтобы DoLife сделала это с нами. Благодаря нашим усилиям, пусть товарооборот компании растет, и мы точно так же будем преуспевать и строить карьеру вместе с компанией DoLife. Очень много есть, в принципе, уже стран, где работает DoLife, да, разные языки. Когда вы зайдете на сайт, вы сможете выбрать там абсолютно разные языки, разные страны. Буквально вот 8 декабря стартовала Россия и Российский таможенный союз. Это Армения, Казахстан, Беларусь и Россия. Да, вот с 8 декабря уже можно работать там полностью. Все продукты прошли сертификацию. Да, там не весь ассортимент, не такой обширный, как в Польше, но вы, я думаю, понимаете, что это все постепенно проходит сертификацию, но тот ассортимент, который есть, он уже больше, чем тот, который был, когда мы только стартовали в DoLife. Поэтому все основные продукты там уже есть. Вот продукты DoLife. И вы знаете, многие у меня спрашивают, почему именно продукты вот такие? Почему ты выбрал компанию с продуктами для здоровья? У нас был опыт, вот Гриша не даст соврать, мы работали с компанией, которая работала в сфере красоты, была парфюмерия, были также продукты для здоровья. И вот знаете, с опытом мы поняли, что продукты для здоровья, вот для этой индустрии, они самые выгодные. Самые выгодные в каком плане? Во-первых, эти продукты заканчиваются. Для бизнеса это очень выгодно, да, они в основном рассчитаны на месяц. Во-вторых, если человек получает результат по здоровью, да, то есть он... это ему помогает решить какую-то серьезную проблему, то этот человек начинает делиться, рассказывать другим людям. То есть он становится таким, знаете, приверженным клиентом, он готов, ну, за этот продукт, знаете, вот стоять горой. И эти продукты, они уникальны. То есть вы не можете найти, просто взять и найти замену. Да, вы можете найти альтернативу, но вот именно такую замену вы не найдете. Я вам чуть позже покажу, в чем уникальность именно продукции DoLife. Очень важно, что эти продукты, они сегментированы, да, то есть у нас есть жидкая формула, да, такие красивые бутылки, да, но есть узконаправленные продукты в капсулах, они четко имеют какое-то предназначение. Допустим, про слиммер, да, там даже название понятно, да, что слиммер – это похудение, да, про слиммер для похудения, про стик для суставов, да, для людей, которые хотят позаботиться о своих суставах, про кардио, это кардиосистема, там, ну и другие, очень много разных капсульных продуктов для разных систем нашего организма. В принципе, есть у нас уже появились и другие продукты, да, это завтраки, вот такие бикранчи, это батончики, которые есть уже в Польше, в Украину скоро, я надеюсь, они появятся, очень нужный продукт, да, появилась серия у нас Beauty совсем недавно. Это просто великолепные скрабы, там, шампуни, гели для душа, зубные пасты, крема различные. То есть это те продукты, которыми мы и так пользуемся. Если взять, в принципе, нашу индустрию, то это продукты, они номер один по обороту во всех компаниях. 65% делается оборота как раз на этих продуктах. Это не цифры, которые я придумал, это цифры, которые взяты с ассоциации прямых продаж Всемирной ассоциации. Поэтому, если вам будут рассказывать, что нужно работать с какими-то другими продуктами, ребят, потребуйте факты, почему так. Звучит это всегда красиво. Недавно меня пригласили на презентацию одной компании, которая продает обучение. Звучит очень круто. Обучение, действительно, это сейчас тренд, онлайн-обучение. Но ни одна компания, которая стартовала с обучением вот в нашей сфере, ни одна она не преуспела. Все компании закрыли через несколько лет.
это говорит о чем? О том, что это не тот продукт, который продвигается таким способом. Поэтому здесь нужно немножко как бы разбираться и стать в этом деле экспертом. Поэтому если вам предлагают какие-то компании, вы немножко углубитесь и изучите это дело. Да, в этом деле я могу смело сказать, я являюсь экспертом, я очень много разных компаний изучал. И очень важно, что DoLife является, ну, на своем рынке очень много, и она имеет наград, но также есть очень огромное количество международных сертификатов, таких как FDA, например, да. Большинство компаний не имеют такого сертификата. Это сертификат, который позволяет продавать продукты на территории Америки, да, допустим. У нас есть сертификаты различные, которые, ну, скажем так, узконаправлены, да, но есть очень много, помимо сертификатов, еще наград. Это все вы можете на официальном сайте посмотреть. Очень, ну, скажем так, понятно, что сертификаты украинские тоже есть, хотя они... Ну, сейчас они как бы нам не обязательно нужны, потому что Украина идет в Европу, и европейские сертификаты достаточно, чтобы продавать продукты на территории Украины. Я говорил про уникальность, да, и вот как раз уникальность, вот эти вот пять таких вот базовых факторов, которые находятся в наших продуктах, да. Первое – это ноль консервантов. Ни в одном продукте DoLife вы не найдете консервантов. Второе – это ноль ГМО. Да, я думаю, что сейчас уже все знают, что ГМО – это не очень хорошо для нашего организма. Стеклянная упаковка – это, знаете, вот, ну, это премиум-сегмент. Да? То есть все понимают, что в стекле намного лучше сохраняются продукты, а стекло более инертно в отношении каких-то кислот. Какие, ну, в любом случае есть в органических продуктах более активные какие-то ингредиенты. Технология, вот такое вот сложное название – IHHP, да, это в простонародье ее называют еще паскализацией, то есть это под высоким давлением обрабатывает продукт, и благодаря этому он сохраняет свои свойства и убиваются все болезнетворные бактерии. Вы, наверное, обратили внимание, кто пользуется продуктом, что бутылки наши очень так плотно закрыты, и когда вы их открываете, некоторые вот девушки часто не могут их открыть сами, они просят своих парней, чтобы те открыли им бутылки. Это не просто так, то есть они запакованы так, для того, чтобы там не было доступа кислорода. И когда вы открываете бутылку, ее нужно хранить в холодильнике. И в течение месяца продукт вам обеспечивается, ну, целости и сохранности, если вы не будете нарушать технологию, да, то есть там не пить с горла бутылки и не оставлять в теплом месте. И целостные ингредиенты, да, то есть здесь в бутылках, в наших продуктах не просто какой-то вырванный один ингредиент, да, то есть химическая его формула, а целостный, то есть берется с фоном. Уже как бы давно доказано, что, допустим, фруктоза, вот химическая, скажем так, синтезированная, она приносит вред организму, а фруктоза, которая находится в яблоке, она приносит пользу, потому что помимо фруктозы вы съедаете еще как бы более 250 макро-микроэлементов, которые с фруктозой вместе, они создают такой определенный фон. Поэтому это очень важно. Вот такие пять факторов, они дают определенную уникальность, благодаря которой DoLife действительно завоевал уже своего потребителя. Огромное количество амбассадоров. То есть это люди, которые представляют марку DoLife, это люди, которые своей репутацией подтверждают, что это классный продукт. Здесь есть абсолютно разные люди с разных сфер, огромное количество спортсменов, людей культуры, людей из блогеров, людей из сферы, знаете, там, которые занимаются каким-то более узконаправленным чем-то. Да. Здесь есть вот Вячеслав Узелков, да, это наш амбассадор, который недавно вместе с ним мы получали автомобиль от DoLife. Здесь есть Кшиштоф Драбик, это мой коллега, бармен, он чемпион Польши по флейрингу, да, то есть я его знаю уже много-много лет. Здесь очень много людей, которые действительно своим именем подтверждают качество этих продуктов. А мы были в этом офисе, это офис DoLife. Это тоже еще одна, знаете, такая вот галочка, потому что очень много компаний, они не показывают свой офис, они не приглашают к себе в гости. Я уже не говорю о том, что большинство компаний не имеют своего производства. А это очень важно, да, потому что в DoLife, когда мы стартовали, была только одна фабрика, да, в Козах, и это фабрика БАДов. А сейчас уже вторая фабрика появилась, и эта вторая фабрика как раз вот для производства косметики и для производства товаров для красоты. Вот такие вот сертификаты GMP, ISO, да, это сертификаты производства, это очень важно, потому что без этих сертификатов компания не смогла бы преуспеть, и когда вы приходите с кем-то общаться, очень часто люди задают вопросы, а есть ли GMP, да, у нас есть этот сертификат.
Четыре основателя – это люди, которые компетентны каждый в своей отрасли. Огромный научный совет во главе с Петром Кардашем. Очень много видеороликов можно посмотреть в интернете о его работах. Он посвятил всю свою жизнь изучению природы и влияния природы на людей. Да? Почему люди во многих странах, где нет цивилизации, они болеют намного меньше болезнями, цивилизационными болезнями в отношении тех, кто живут, как бы, казалось бы, в очень хороших условиях. Как раз вот благодаря этому доктору, в принципе, DualLife и запустилась изначально вот с таким подходом. Есть огромный фонд «Живи осознанно». Есть, я сейчас не хочу много времени на это тратить, потому что у нас впереди еще много есть интересной информации. Компания DualLife является официальным партнером и Mercedes-Benz, и Jaguar, и BMW в Европе. И эти наши продукты стоят во многих салонах в Польше, да, вот здесь есть фотографии, вы можете увидеть, да, и в салоне Jaguar, и в салоне Mercedes. О чем это говорит? Ну, прежде всего, это говорит о том, что такие марки, как Jaguar, Mercedes, доверяют DualLife. Если они поставили у себя в салоне стенд с их продуктом, если при покупке Mercedes вам вручают день-ночь, да, это лучший продукт DualLife, не какой-то коньяк или вино дорогое, да, а DualLife. Это, и они еще так говорят, да, это топливо для вашего организма. То есть они заботятся таким образом о своих клиентах. Это говорит о том, что бренд DualLife имеет очень хорошую репутацию, и с ним можно сотрудничать. Правильно? Я думаю, что большинство людей меня в этом деле поддержит. Огромное количество информации есть в СМИ, в серьезных изданиях, в больших журналах. Очень сильно, я знаю, поляки гордятся, что в магазине Empik продается журнал DualLife. DualLife выпускает свой журнал, и он продается. Переходим к финансовым возможностям. Да, я думаю, что большинство людей, конечно, интересуют, ну, те люди, которые пришли сюда, как минимум, они интересуются, как же можно заработать с DualLife. Да? Кому интересно, как заработать с DualLife, поставьте, пожалуйста, пятерочку в чат. Я посмотрю, сколько у нас таких. Не все ставят, потому что многие уже зарабатывают с DualLife. Вы знаете, почему я говорил много о продукте и много, в принципе, о самой компании? Да? Потому что заработать можно везде. Вопрос только в том, какие это будут деньги, да? Насколько они будут долгосрочные. Очень часто большие деньги, они могут быть очень короткими. Да? И очень много есть различных предложений на рынке, где можно быстро что-то заработать с большим риском, как правило. Да? Но вопрос в том, чтобы зарабатывать стабильно и чтобы это можно было передать своему ребенку, чтобы это можно было превратить в такой, знаете, вот свой пассивный доход, который будет работать без вашего прямого участия. Я думаю, что таких компаний не так много на рынке. В принципе, хорошая компания еще не значит хорошая возможность. Даже если компания давно на рынке, она уже состоялась, возможно, вы пользуетесь продуктами этой компании, это еще не значит, что это хорошая возможность для вас. Есть очень много хороших компаний, они уже делают огромные обороты на нашем рынке, но там уже как бы сделана работа основная. Они уже по 20 лет на нашем рынке, и уже как бы там намного тяжелее создать себе пассивный доход. Но хотя возможно, конечно. Итак, чтобы создать источник дохода, да, нужно, конечно, в это углубиться. Нужно изучить маркетинг-план. Понятно, что в рамках вот такого вебинара вы не сможете полностью все изучить, но моя задача дать вам, знаете, вот такой вот немножко, ну, пинок звучит, наверное, неправильно, но как-то какой-то вот такой импульс. Импульс, да, чтобы вы захотели в этом разобраться. Вот как мы 2 месяца разбирались перед тем, как принять решение, вот точно так же я хочу, чтобы и вы тоже захотели в этом разобраться. Разобраться, как работает маркетинг-план DualLife, какие нужно действия выполнять, чтобы преуспеть, как нужно запускать партнеров в бизнес, что нужно делать самому для того, чтобы правильно сортовать бизнес, да, потому что многие люди, они, знаете, вот привыкли все-таки работать на кого-то. Я даже сегодня сторис написал у себя в Инстаграме о том, что проблема большинства людей – это то, что они относятся к этому бизнесу как к наемной работе. Но на наемной работе, понимаете, вас могут или оштрафовать, или уволить за то, что вы не сделаете работу. Здесь никто вас не уволит, никто вас не оштрафует, потому что мы все здесь свободные люди, и сюда именно ради свободы мы приходим. Поэтому единственная здесь возможность – это просто показать своим личным примером,
своей воодушевленности, своей приверженностью, что этот бизнес вы делаете, и так, благодаря этому вы можете повести за собой людей. Поэтому здесь очень большую работу нужно делать над собой. И есть люди, которые приходят уже с определенным багажом знаний, с определенным авторитетом в своем кругу. Конечно, они быстрее преуспевают в DuoLife. Но есть люди, которые приходят без опыта в бизнесе, без опыта в управлении, без опыта в продажах или работы с людьми. Конечно, им тяжелее, да, им дольше нужно идти к своей цели. Но такие люди, как правило, когда доходят до своей цели, они намного более привержены, благодарны, они с вами на всю жизнь, потому что благодаря вам они смогли открыть для себя вот такие вот классные возможности. Вот. Ну что, поехали по финансовым возможностям. Смотрите, я не хочу сегодня вам рассказывать маркетинг-план, забивать вам голову цифрами. Это все вы можете сами изучить. У нас есть очень много и записей, и видео, и вебинары мы проводили, записи вебинаров, где вы можете это все посмотреть. Но я хочу, чтобы здесь, ну вот есть люди, я вот, да, Гришу вижу здесь на первом слайде моем, да, потому что у него включена камера. Здесь есть люди, которые уже зарабатывают с DuoLife. Вот я хочу, может быть, кто-то из вас, вот я знаю, Гриша мне не откажет, скажите вот пару слов, что вам дало DuoLife и что для вас значит этот доход. Гриш, можно вот от тебя услышать, что означает, вот какой вклад DuoLife сделал, скажем так, в твою стабильность, может быть, какие-то деньги, какие эти деньги от DuoLife? Они совсем другие, я знаю. Вот ты можешь это объяснить, как никто другой. Расскажи. Я могу с удовольствием объяснить. Смотрите, я, как и большинство людей, начинал DuoLife, имея еще постоянную работу, скажем так, работа у меня была по найму, и мы прям настаиваем всем не уходить ни в коем случае из своей работы. Если у кого-то она есть, да, вот некоторые просто говорят, все, я начал DuoLife, можно я уволюсь? Я говорю, нет, ни в коем случае, нельзя. Вот прям запрещаем это делать. И смотрите, DuoLife не требует там прям все твое свободное время, вернее, все свое время тратить, там 8 часов в день, 5 дней в неделю. Достаточно для DuoLife уделять там стабильно там 2 часа в день, это будет, если вы так будете, ну, каждый день, это будет просто потрясающий у вас результат. И при таком результате, при такой работе небольшой, ты можешь зарабатывать на своей работе, неважно, сколько ты там, $500, $1000, $1500, сколько ты там зарабатываешь на своей работе, зарабатывай. И плюс ты начинаешь зарабатывать с DuoLife еще для себя. Вот представьте, для каждого из вас, я даже сейчас не будем говорить о каких-то больших цифрах, но вот у каждого из вас, помимо того, что вы имеете, еще сбоку появляется $300 или $500 ежемесячно. Ну, как ваша жизнь поменяется, улучшится она или нет? То есть вы каждый месяц теперь можете ехать, отдыхать, допустим, за эти деньги, ну, один, правда, да, но за $300 в месяц можно поехать отдохнуть в Египет или в Турцию. Каждый месяц. Или ты можешь там 2-3 месяца собрать эти деньги, конечно, если они у тебя еще небольшие, да, поступают от DuoLife. И раз в полгода ты можешь, не вытаскивая деньги из семейного, традиционного семейного бюджета, раз в полгода ездить отдыхать за счет того, что у тебя появились деньги сбоку. Это просто, ну, это совершенно другие деньги. Это деньги, которые приходят в кайф, в удовольствие, которые дают тебе позитивные эмоции, и ты создаешь, еще когда ты начинаешь зарабатывать в DuoLife, только в том случае, когда ты сам помог кому-то заработать. И это очень классно. То есть, помогая кому-то заработать, ты начинаешь зарабатывать сам. Это очень такие приятные ощущения. Спасибо, Гриш. Кто-нибудь еще мог бы поделиться, рассказать свои эмоции по поводу заработка с DuoLife, потому что, ну да, это другие деньги абсолютно, по-другому они приходят по-другому, да, и по-другому они, в принципе, распоряжаются ты ими. Мне очень нравится твой пример, Гриш, ты его часто рассказываешь о нем, да, приводишь, это когда ты построил дом или квартиру купил, да, купил ты ее, там, инвестировал, не знаю, 50-70 тысяч долларов, да, и сдаешь ее в аренду для того, чтобы получать $300 ежемесячно. То есть здесь ты построил организацию, сделал работу, конечно, да, это не просто так, но благодаря этому ты можешь получать этот же стабильный пассивный доход.
Так, ну окей, если кто-то из вас захочет поделиться, буду рад. Включайте микрофон, говорите, рассказывайте. Поехали дальше. До лайф, помимо денег, есть еще путешествия. Я вам покажу сейчас даже несколько фоток. Благодаря Do Life мы поехали в вот такой вот круиз. Это было в прошлом, уже позапрошлом, 2019 году, да, в конце. К сожалению, из-за пандемии мы не поехали в путешествие Do Life вот этой осенью, но ее, это путешествие перенесли на весну. Поэтому мы обязательно поедем туда. Нам очень бы хотелось, чтобы в этом путешествии были не только мы втроем, с нашей командой, да, чтобы нас было намного больше, и у нас есть такие люди, которые совсем немножко им осталось вот до того, чтобы сделать эту квалификацию и получить такой вот отдых. Вы знаете, это шикарно, когда ты на таком крутом лайнере, у тебя шикарное обслуживание, у тебя там полностью безлимит, элитные напитки, кухня просто, это не сравнится, знаете, там с Турцией или Египтом. Ну, короче, это очень круто. Да, это был классный отдых. Посмотрите, какие там были у нас виды. Мы заходили в разные места, у нас было много экскурсий по городам. Короче, было супер. Вот. И нам очень бы хотелось, чтобы в следующее путешествие мы поехали намного большей командой. Да, это вот команда был Бал. И мы фотографировались, да, там были люди из других команд, и, конечно, это было незабываемое. Следующее путешествие – это Турция, и в Турцию мы можем поехать намного большим составом, и поверьте, это будет, я уверен, что то, что организует Do Life, вы вряд ли сможете купить просто так вот, покупая путевку, если вы захотите просто поехать отдохнуть. Вот, потому что Do Life, помимо того, что он устраивает отдых, он еще устраивает и, знаете, там будут и развлечения, и игры, и команда образования, то есть и будут элементы обучения. Короче, это очень круто, поэтому я считаю, что на такие мероприятия нужно ехать. Да, для директоров будет Доминикана, то есть это директора, это уровень уже такой более серьезный, я вам показывал там карьерную лестницу, там уже на двоих путешествия, то есть если на менеджере дается путешествие на одного человека, то там на двоих. Вы можете взять свою жену, мужа или кого-то еще, кого хотите. Do Life вас не ограничивает, кого вы возьмете, но сам факт, что вдвоем вы можете поехать. Ура! У нас запустилась такая вот автопрограмма в Украине. И вы знаете, вот буквально сегодня я общался с одним партнером с другой компании, с которой мы раньше работали, у нас дружеские отношения, и он говорит, слушайте, ну если Do Life это сделали, нужно своему руководству, короче, вот напрячь их, чтобы они тоже это сделали. То есть Do Life, несмотря на сложности в Украине, поверьте мне, очень непросто сделать автопрограмму. Они это сделали, да, и те условия, которые есть у нас, нет ни в одной компании, да, потому что вы ни копейки не платите за автомобиль, вы просто берете автомобиль и пользуетесь. Пользуетесь 3 года, через 3 года вы берете новый. Если вы поднялись по карьерной лестнице, вы берете другой автомобиль. Конечно, вы можете его выкупить, если вам нужно, но мы посчитали, что нет смысла в этом, потому что компания вам дает абсолютно бесплатно автомобиль со страховкой нулевой франшизой, с резиной. Мы привезли с Киева, на днях мы получили этот автомобиль, из Киева мы привезли в багажнике, в багажник не влезло, там 17-е диски, поэтому у нас разложен был салон и привезли 4 колеса летней резины, да, ну, потому что ехали на зимней. Плюс полностью все ТО, полностью все на себя берет компания, остается только заправлять бензин. Если еще бензин заливали, это было бы, наверное, слишком, да? Слишком сладко и хорошо, да. Очень много информации сейчас у нас в соцсетях, многие спрашивают, поздравляют. Да, действительно, это очень приятно. Александр Яремчук, это наш наставник с Киева, он также получил свой RAV4, да, гибрид он взял. Ему Do Life, вообще, знаете, вот, я не знаю ни одну компанию, которая дает вот такие вот возможности. Ты можешь выбрать модель, ты можешь выбрать цвет, ты можешь выбрать даже цвет наклеек, которые там будут наклеены. Но настолько у нас здесь все, ну вот как для людей, да, человек в центре внимания, что ну как-то аж не верится. И очень круто, что сегодня вот уже, да, было выдано 3 автомобиля, да, Вячеслав Узелков еще получил Toyota Camry, но сегодня вот буквально нет, вчера, в понедельник, да, были выданы еще 2 машины нашим друзьям, нашим партнерам, которые также уехали, уже 5 машин катаются
по нашим городам, буквально за несколько дней. Поэтому, друзья, у всех есть такая возможность, все вы можете поучаствовать в этой автопрограмме и получить такую вот машинку. Я хочу, наверное, сейчас будет лучшее время, чтобы я включил вам видеоролик, который, честно скажу, еще сам не видел. Вот буквально перед началом этого эфира я в чат нам сбросили этот видеоролик, и сейчас я вам покажу его, да. Так, демонстрацию экрана включу. Я надеюсь, будет... Так, сейчас, секунду, будет у вас все видно. Так, Телеграм. Вы видите мой Телеграм, да? Видим, да. О, запустилось, есть звук. Мы семья Мартынец, в Дуалайф мы уже более 3 лет, и вы знаете, это для нас знаковое событие. Тормозит под Новый видео, год мы Серега. Получаем нашу машинку от Дуалайф. Мы очень довольны. Все-таки, наверное, очень большая нагрузка идет, видео в высоком разрешении. Я тогда загружу на YouTube-канал и сброшу... На YouTube, по-моему, Маргарита только что, пока у нас шло выступление, посмотри, в соцмаркетинге. А, вот, да, точно, точно, я вижу. Давайте сейчас я попробую тогда сделать вот так вот. Я уже даже посмотрела. Да? О, круто. Да. Но я бы хотел, чтобы все мы посмотрели именно вот сейчас. Давай, да, я тоже хочу. А вы сейчас видите мой YouTube или нет? Мы видим Telegram твой. А, все, сейчас я включу вам YouTube, подождите. Ну, прям для нас это очень... Сафари. Сейчас, секунду. Сережа, только ж ты скажи, что 2 машины в Киеве, а 3 в Днепре. Ну, да. Так, а ну-ка скажите, что со звуком? Мы уже более 3 лет, и вы знаете, это для нас знаковое событие. Под Новый год мы получаем нашу машинку от Dolife. Мы очень довольны, конечно, не передать эти эмоции. Очень бы хотелось, чтобы как можно больше наших партнеров также получили такой вот подарочек под елочку. Да, мы проделали определенный путь. У нас было видение, у нас было доверие к этой компании. Видите, все это не напрасно. Я вам скажу один секрет, мы только начинаем. Годом вашего, нашего. Круто? Круто. Классный ролик. Да, прикольно получилось. Я, честно говоря, тоже даже не ожидал, что он будет так классно выглядеть. Супер, спасибо большое. Спасибо нашим спонсорам Александру Козулину и Маргарите, потому что они организовали для нас такую видеосъемку. И ну, благодаря им, в принципе, этот ролик и появился у нас. Супер. Я очень рад. Выложим, уже выложен на YouTube-канале, мы можем пользоваться этим видеороликом. Вы можете абсолютно... смело этот видеоролик сбрасывать своим людям, своим знакомым в подтверждение того, тех слов, которые сегодня звучали. И это как раз подтверждение тому, что Dolife работает, и эта компания пришла надолго, да, потому что такое количество автомобилей, ну, как бы компания, которая только заходит, она точно не выдает, правильно? Которая сомневается в долгосрочности. Вот, очень, очень здорово. Сережа, киньте ролик в общую группу. Сейчас кинем. Саш, давай закончим вебинар, а потом, потому что одновременно, я, честно скажу, я пытался тут эфир даже одновременно вести в Facebook для тех людей, которые, ну, мои подписчики, но понял, что, ну, нельзя одновременно все сделать, да, потому что ты свое внимание не можешь фокусировать и на Facebook, и на Zoom, и еще там чаты что-то сбрасывать. Все сбросим, все сделаем. Главное, чтобы мы все сейчас понимали, что эта возможность есть у нас у всех.
каждый, кто сейчас находится на этом вебинаре, может точно так же через... Уже через полгода вы можете сесть, даже раньше, для многих это осталось буквально совсем чуть-чуть, да, для тех людей, которые здесь на этом вебинаре, я уверен, что 5 машин может выехать уже меньше, чем через полгода вот с этого количества людей, которые у нас здесь. И я думаю, эти люди знают, о ком я говорю. И есть некоторые люди, которые через месяц уже могут уехать. Поэтому, ребят, блин, все в наших руках. Поверьте, DoLife – это та компания, с которой можно... с которой не стыдно прийти кому-то и рассказать, знаете, о возможностях. Потому что бывают такие компании, когда ты сомневаешься, когда за продукт, может быть, не особо прям ты гордишься им. А здесь вот вообще ни за что мне не стыдно. Были сомнения, знаете, мы работали с немецкой компанией, с американской, а вот были сомнения, ну, польская как-то даже звучит как-то не особо, да. Но проверив это, изучив подход, да, поляков, ты понимаешь, насколько они впереди, настолько они круто продвинулись, и сейчас я знаю, что в Словакии рынок, сейчас это второй рынок после Польши, Словакия, но изначально Словакии они не воспринимали Польшу как серьезного производителя, да, у них был такой менталитет, что поляки, ну, как бы делают хуже, чем они, и когда в Словакии начался рынок, запустился рынок, очень много было усилий приложено со стороны компаний, со стороны лидеров, чтобы этот миф развить, и сейчас номер 2 рынок – это Словакия. Давайте сделаем, чтобы рынок номер 1 была Украина, потому что мы это можем. Да? Рынок огромный, и количество людей, которые нуждаются в дополнительном источнике дохода, у нас просто зашкаливает. Поэтому я уверен, что мы можем это сделать. Я думаю, что у многих сейчас могли возникнуть какие-то вопросы. Да? Вопросы, например, что нужно делать, есть ли система обучения, есть ли какие-то пошаговые инструкции, правильно? Есть такие вопросы? Вот мне просто интересно, я вот даже сейчас зайду и посмотрю, потому что мне тут неудобно одновременно. Если есть такие вопросы, это хорошо. На самом деле, больше всего мы ждем таких вопросов. И у нас есть система-навигатор от DoLife. Это все на одном сайте. И в основном, конечно, люди сами, дистрибьюторы, обычно там в компаниях делают какие-то системы обучения, лидеры сами выстраивают организацию своей системы обучения, но нам повезло, потому что компания нам сделала такую вот базовую такую систему, по которой любой человек с нуля сможет преуспеть DoLife. И этот навигатор DoLife нужно всем нужно его изучить. Там есть контракт, который вы заключаете со своим наставником, и благодаря этому контракту вы сможете договориться о определенных действиях, шагах, как вы будете с ним коммуницировать, на каком этапе вам он будет помогать и как помогать. Да? Поэтому этот навигатор, он есть, это система, которая абсолютно бесплатно доступна для всех. Также есть вот такой вот виртуальный презентер. Гриша, примешь меня в зал, а то я там в зале ожидания? Да. Из другого. Что это такое? Это такой инновационный инструмент, это система онлайн, благодаря которой вы можете, не выходя из дома, построить бизнес. Это, знаете, это очень актуально сейчас во времена пандемии, да, говорят, что у нас 8 числа также ограничения определенные приходят. И этот виртуальный презентер, он очень помогает нам в этом плане. Это такая целая система, она отдельная, да, вы с сайта DoLife можете в нее перейти, но эта система, она позволяет вам вести полностью всю работу. Там у вас список контактов, у вас есть, вы можете сбрасывать определенные цепочки, это как воронки такие, да, захвата, то есть цепочки писем вы сможете сбрасывать, цепочки видеороликов, и вы можете отслеживать в реальном времени, человек зашел, посмотрел, на каком этапе он выключил ролик, да, или перешел ли он туда, там, нажал ли он ту кнопку. Все сделано настолько круто, разумно и продвинуто, что этим просто нужно пользоваться. Очень Сереж, классно. Прошу прощения, перебиваю, тут Дмитрий задает вопрос, можно еще раз карьерную лестницу и что нужно делать, чтобы их достигать? Ну, как раз об этом сейчас и будет речь идти дальше. Да. Правильно. Да, спасибо, потому что у меня полный экран, я не вижу чат. Спасибо, Гриш, если что, ты мне озвучивает. Озвучивает. Я, в принципе, для этого и зашел в другого со своего аккаунта. Да, сейчас я как раз и говорю о том, что я карьерную лестницу... Эту карьерную лестницу вы можете посмотреть на сайте DoLife. Вы можете скачать карьерную лестницу в вашем бэк-офисе. Вы можете скачать ее вместе с маркетингом.
планом, со всеми материалами. То есть это вообще не проблема. Главное понимать, что для этого нужно какую-то работу сделать. Я вот в рамках этого вебинара, буквально через 5-10 минут, я полностью раскрою вам этот, отвечу на вопрос Дмитрий. Виртуальный презентер, в нем нужно разобраться. Он отдельных стоит денег. Он стоит там за год, вы заплатите, по-моему, 700 гривен, да, Гриш, не помнишь точно? 900, кажется. Ну, как бы небольшие деньги. Да, но учитывая, что у вас будет полностью как бы свой сайт, на котором вы можете отслеживать, вы видите полностью всех своих партнеров, которые такую систему себе взяли. Вы видите их действия. Не просто, что они вам говорят, а вы видите, какое количество людей у них в списке, какое количество ссылок они отправили, какое количество людей посмотрело эти ссылки. Что очень важно, что там есть система обучения, и вас эта система не пропускает на следующий этап, пока вы не выполните задание. Это очень важно, потому что большинство людей, вы знаете, как относятся, ну, как бы так, очень поверхностно, да, они там все просмотрели, но задание мы, как правило, не выполняем, да, потому что, ну, ладно, потом. Вот когда говорят, запишите, ну, большинство людей не записывает, правильно? Когда Сережа, задание, я хочу добавить, если можно. Да, Саш, вот, я тебя ждал. Про машину я же про тебя говорил, ты понял? Да о чем? Про машину? Ну, или да, про презентера? Что совсем чуть-чуть осталось. Да, впереди Гриша, пусть он сначала получит. Я не могу раньше спонсора получать. Потом там Таня, Наташа. Смотрите, я хочу что сказать, что вот цена 900 гривен это на год, но это акционная цена. Я сначала купил за 400 гривен на 3 месяца, там, или 500 гривен, я не помню, на 3 месяца. Ну, 3 месяцев только я так изучил и мало поработал в нем. Я думаю, что еще месяц, может быть, поддержит, и эта акционная цена возрастет, как только начнется спрос. Поэтому я рекомендую всем купить на 3 года. На 3 года стоит вообще 1500. Тем более, у кого остались деньги с виртуального кошелька, можно заплатить на виртуальном кошельке. С виртуального кошелька это будет дешевле, но на 3 года. Но это везде пока написано, акционная цена. Там, завтра, я прошу прощения, без видео забыл. Я прошу еще раз коллег все-таки посмотреть и купить его, потому что 1500 на 3 года, это получается 500 гривен в год. А первичная цена 3 месяца 400 гривен. И все это акционное. Но скоро акция пройдет, закончится, когда народ раскурит, что это работает, цена повысится, и я думаю, что будет 1500 только на год. Ну, на самом деле, кто вот немножко хоть связан с онлайн, с маркетингом, да, даже хостинг для сайта своего вы купите, и это будет стоить дороже. Я уже не говорю о каких-то сервисах, которые вот делают ту работу, которая есть. Поэтому это абсолютно доступная цена. Я считаю, что и классно, что это стоит денег, потому что у нас есть как бы бесплатный 10 шагов, да, навигатор, но, как показал опыт, большинство людей, они не знают их, они ленятся даже открыть. И если сейчас я проведу опрос, кто из вас 10 шагов изучил, я уверен, что, ну, процентов, наверное, 20 только действительно их изучило, это в лучшем случае. Поэтому, ну, так мы устроены, что если мы не заплатили, мы это не ценим. Поэтому это очень хороший инструмент, и им нужно пользоваться. Ну, я буквально вчера так посчитал, все взвесил и вчера проплатил на 3 года. Я на год купил, поэтому хорошо, что мне сказал. Саш, ну видно, что ты серьезно настроен на этот бизнес. Да, конечно, Гриша. Я же говорю, сначала тебе машину, потом всем остальным. Минимум 3 года будешь еще строить его. Так, поехали дальше. Ребят, смотрите, да, доход группы DoLife. Я эти цифры вам показывал в начале, но сейчас я хочу немножко акцентировать внимание на другом. На том, что DoLife четко планирует свои доходы, свои обороты, и любая компания серьезная, да, любой серьезный руководитель, он всегда ставит себе какие-то глобальные цели. Да, бывают сверхцели. Сверхцели там улучшить, я не знаю, улучшить состояние нашего населения, нашей земли, да, уменьшить количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней, в принципе, цивилизационных. Это такая сверхцель, которая помогает вам двигаться, идти к людям, невзирая на какой-то, может быть, негатив или что-то со стороны, там, хейт какой-то. Но вот такие вот цели на ближайшие 5 лет, на год, они просто вот обязательно должны быть. Поэтому я хочу попросить вас, чтобы вы взяли ручку-листик, вот прямо сейчас возьмите, не поленитесь. Я знаю, что большинство этого не сделает, но все же я хочу попросить, потому что вы это делаете для себя. Сейчас начало года,
Это лучшее время, чтобы сделать это. Потому что, поверьте, потом у вас найдутся какие-то другие дела, вы будете отвлекаться на что-то другое. А вот сейчас, если вы это сделаете, намного больше вероятность, что вы достигнете какого-то результата из того, что написанного. Возьмите ручку, листик и напишите ваши планы, ваши цели. Если у вас уже есть какая-то квалификация в DuoLife, да, ну, допустим, вы там находитесь на квалификации лидер группы, да, поставьте себе, проанализируйте ту работу, которую вы сделали за этот год, да, но я думаю, что все как бы понимают количество, примерное количество действий, количество энергии, сколько вы вложили в DuoLife, и подумайте, что в 2021 году вы можете, сколько времени и внимания вы можете посвятить DuoLife, и сколько вы можете провести встреч, дать какому количеству людям информации, сколько вы сможете проинвестировать помимо времени еще своей энергии, и сколько вы сможете людей привлечь в нашу организацию, и главное не просто привлечь людей, да, а помочь этим людям сделать результат, потому что нам здесь платят за то, что мы помогаем людям заработать первые деньги. Здесь все очень просто на самом деле. Вы должны понять очень простые вещи. Когда вы стартуете и делаете первую квалификацию лидер группы, это значит, что вы уже научились это делать. Вы подключили первые три человека в клуб. То есть вы подключили первые три человека, среди этих троих вы должны найти того человека, который так же хочет, как и вы. И вы помогаете ему это сделать. И у него есть тоже свои три человека. И вы среди этих троих ищете кого-то активного. Ну, то есть, кто больше всех хочет, да, активный. Бывает такое, что все три хотят, но чаще всего есть какой-то один, который больше всех готов делать что-то. И вы помогаете ему. Таким образом, вы углубляетесь, и вы находите активного человека, лидера, который готов работу делать сам. И поверьте, если вы заглубитесь на 20-ю глубину и найдете там лидера, да, с горящими глазами, который будет, ему не нужна будет ваша мотивация, ваша поддержка, он сам будет вас мотивировать. Потому что есть даже такое выражение, лучше свеча снизу, да, которая горит, то есть вас там поджигает, да, снизу, чем вы будете к чему-то стремиться. Я надеюсь, вы взяли сейчас ручку и листики, и вы записали вашу цель, вашу квалификацию в 2021 году. Сейчас я вам включу, сейчас, секундочку. Я вам включу карьерную лестницу, чтобы вам было проще, и вы как раз спрашивали про нее. Вот вам карьерная лестница. Поставьте себе цель. Ну, как минимум надо удвоиться. Особенно если вы на какой-то квалификации, ну, там, начиная тим-лидер, да, 8000 баллов, то, ну, как минимум вам надо удвоиться, да, то есть вы должны выйти на следующую квалификацию. Но если вы на первых двух квалификациях, то я уверен, что за год вы можете смело ставить себе квалификацию региональный менеджер. Почему я вам рекомендуют квалификацию региональный менеджер? Ну, во-первых, региональный менеджер – это уже уровень, с которого вот здесь написано 30 тысяч гривен, да, доход, но вот как бы те люди, вот Гриша точно меня понимает, что на этом уровне больше доход, да, это 30 тысяч гривен по карьере, но только по карьере, да, у вас есть еще дополнительные бонусы, вам еще будут платить программу «Бонус плюс» на этом уровне, да, 9,5 тысяч гривен. То есть у вас будет, в общем, доход, ну, значительно больше, да, иногда это больше, чем 50 тысяч гривен. Поэтому на этом уровне многие люди уже бросают свою работу, если она им не нравится. Если нравится, одно другому не мешает. Мне недавно написали в Инстаграме комментарии, классный же был бармен. Я так с этого поржал. Я ему ответил, что одно другому не мешает, но понятно, что как бы люди, у них там своя какая-то есть пленка в голове, которую они крутят. Если вы себе напишете региональный менеджер, во-первых, вы бы поедете вместе с нами в путешествие. Круто, круто. Я думаю, для многих это мотивация, да, когда за вас полностью все организуют. Ваша задача будет только доехать до Борисполя, и там на самолет и полетели. Вот. Второе, вы уже сможете квалифицироваться на автомобиль, вы сможете получить свой автомобиль. Вы знаете, на самом деле DuoLife делает так, что они повышают стандарты качества жизни, да, то есть они, человек, в принципе, не зарабатывает еще каких-то больших денег, да, но он уже ездит на шикарном автомобиле, на новом салоне, то есть они дают почувствовать тебе, что ты достоин этого, потому что многие люди, они как бы, знаете, вот мы, вот я уверен, сейчас у многих из вас есть такое,
вот вы уже давно в Dual Life, у вас уже есть какие-то, вот когда вы ставите цели, вы уже ставите цель, опираясь на какие-то свои прошлые неудачи и результаты, может, не те, которые вы хотели. Вот благодаря таким вещам, благодаря маленьким таким вот достижениям, я сегодня смотрел одного бизнесмена, очень серьезного миллиардера, и он как раз говорил про восточную философию кайдзен, и он говорил о том, что она построена на маленьких достижениях, на маленьких целях. Она построена на том, что всю жизнь человек совершенствуется. Но он совершенствуется благодаря маленьким шагам, маленьким целям, но когда вы ставите эту цель и достигаете, вам это дает определенную такую уверенность в себе. Вы ставите больше цель, достигаете, вы еще больше цель достигаете, и вы это делаете. Поэтому я вас не призываю, чтобы вы ставили сейчас какую-то цель, которая вам в голову ну, как бы абсолютно не влазит. Да? Не нужно ставить такую цель. Поставьте ту цель, которую, по вашему мнению, вы могли бы сделать. Если вы поставите цель там, не регионального менеджера, а меньше, это тоже классный результат. Я надеюсь, что вы сейчас записали, как нужно писать. Я, Сергей Мартынец, в декабре 2021 года нахожусь в статусе региональный директор. Или там я, Татьяна Грицай, нахожусь в статусе международный директор. То есть как будто вы это уже сделали. Год пройдет, в любом случае он пройдет. Неизвестно, что будет с нашими пандемиями, карантинами. Мы надеемся на лучшее, но тем не менее не знаем, как оно будет. Но поверьте, то, что вы напишете, очень часто вы потом посмотрите через год и подумаете, как это работает. Это работает, действительно. Вот, написали? Поставьте плюсик в чат, кто написал. Вот, Таня пишет, принимаю. Супер. Тань, ты видишь, какую я для тебя придумал цель? Отлично. Я уверен, ты можешь это сделать. Так, все, справились. Таня поставила. Вот этот моментум, да, то есть вот это вот, ну, такой рывок, потому что Dual Life сейчас зашла, как я сказал, уже в Россию и еще в 4 страны, это действительно может быть очень большим рывком. Я уверен, что многих из вас есть знакомые, есть люди, даже если они не знакомые, вы понимаете, это люди, которых вы понимаете, которые говорят на одном языке с вами. Вы можете им дать информацию. Благодаря виртуальному презентеру вы можете вообще это сделать даже без слов. Это открывает огромные возможности нам. И это открывает возможности для тех людей, которые уже в Dual Life и которых вы можете позвать. И те люди, которые здесь на вебинаре, да, вот, вы уже обладаете этой информацией, вы уже знаете, как это работает, поэтому не молчите, рассказывайте об этом. И вот как раз я перехожу к тому, что нужно делать. Да, вопрос Дмитрия, и, в принципе, многие из вас прекрасно знают, что нужно делать. Вопрос только в том, что мы иногда не делаем это. И знаете, многие паразитируют на этом, создаются куча тренингов, куча каких-то коучей, инфобизнесменов, которые как раз вот на этом зарабатывают деньги, на том, что человек знает, что делать, но он не делает. И, в принципе, если так ограничиться, просто нужно сказать «делай», и все. Если бы вот так было все просто, да, чтобы мы могли это делать. То есть основное, что нужно делать, надо работать над собой, чтобы мы отбросили весь мусор, все лишнее, и сфокусировались на чем-то конкретном. У Брайана Трейси есть книга «Точка фокуса», да, и вот там четко об этом сказано, что нужно сфокусировать. Это не значит, что вы всю жизнь будете сфокусированы. Но, как правило, как показывает опыт людей, которые достигли огромного успеха в нашей индустрии, это люди, которые раз в несколько лет, может быть, раз в год, но время от времени делали фокус, глобальный фокус на своем бизнесе. Когда они отказывались от всех развлечений, они отказывались от каких-то, может быть, там сериалов, хобби своего, и они фокусировались на 1-2, иногда 3 месяца, вот прям выжимали максимум из того, что не могут. И это давало им серьезный рывок. Потом они дальше возвращались в своей жизни. Да, они участвовали в своем бизнесе, но не делали таких сверхусилий. Это очень важно, особенно для тех, кто стартует. Потому что ракета на старте как раз вот она потребляет до 85%, по-моему, я где-то видел цифру, энергии. Поэтому самое главное вот на старте. У вас энтузиазм на максимуме, поэтому нужно это все подпитать действиями. Действия совместно с вашим спонсором. 3 правила. Пользуйся продуктом, посещай мероприятия, рассказывай людям о Dual Life. Я думаю, тут в принципе понятно, да? Пользоваться продуктом,
нужно для того, чтобы вы были уверены, чтобы вы понимали, имели какие-то свои эмоции по продукту, чтобы вы при общении с людьми могли действительно передать достоверную информацию. Поэтому это не значит, что вам нужно всеми продуктами пользоваться. Выберите те продукты, которые вы заказываете. Я для себя принял решение, что все новые продукты, которые появляются в DoLife, я их пробую. Поэтому мы ждем новинки. Все новые продукты мы всегда в первую очередь заказываем и пробуем. В DoLife огромное количество ресурсов, где вы можете изучить информацию в принципе, о продукте. Да? У нас есть виртуальный презентер, в котором есть эти видеоролики. Для тех, кто еще не купил, у нас есть YouTube-канал DoLife Польска. Вот так он звучит. С официального сайта вы можете перейти на этот канал. Если вы вверху, там есть такие значки, да, значок виртуальный презентер, значок YouTube канала, там Instagram, Facebook страничка. Вы переходите на этот YouTube канал, выбираете там плейлист русский или украинский, и там больше 100 роликов есть переведенных на наши языки. Огромное количество, масса информации для изучения. Короткие, удобные ролики, буквально по 10-12 минут вы можете человеку выслать по конкретному продукту. Пользуйтесь. У нас есть чаты с экспертами, да, это чат в Телеграме. Если вы еще вдруг по каким-то причинам не находитесь в этом чате, обязательно попросите, чтобы вас туда добавили. В этом чате вы можете задать какие-то вопросы по продукту нашим экспертам, нашим врачам. У нас есть вебинары по здоровью, да, они проводятся 2 раза в месяц, по вторникам, следующий вторник. Да, я так понимаю, на следующий вторник будет этот вебинар. У нас есть чат, отзывы и результаты. Вот наши эксперты, да, разные абсолютно врачи. У нас есть Ульяна Терехова, это гинеколог, да, известный у нас в городе. У нас есть Дарья Загородняя, это педиатр, гастроэнтеролог. У нас есть Людмила Воловая, доктор-иммунолог. Да? У нас есть Дмитрий Иванов, это практикующий хирург. Ну, короче, у нас огромное количество людей. Вячеслав Узелков, да, многие из вас его знают. Он точно так же на наших конференциях выступает. И, ну, короче, у нас огромное количество людей, которые дают нам информацию, у которых мы можем обучаться. На DoLife навигаторе я уже рассказал, и вот мне просто интересно, а кто из вас, в принципе, его изучил? Вот я говорил 20%, вот давайте проверим. Поставьте плюсики, вот кто навигатор DoLife прошел. Все 10 шагов, вот прям изучил, посмотрел ролики. Там есть ролики такие, да, там, зачем нам биологически активные добавки? В чем разница между синтетической и натуральной биологически активной добавкой? Кто прошел все 10 шагов, мост веры? Кто это сделал? Поставьте плюсик. Вот мне просто, ну, очень интересно, подтвердится моя теория или нет. Не, давайте, знаете, как сделаем? Кто не прошел, минус поставьте. Я понимаю, что не все люди, в принципе, будут реагировать. Кто-то занят какими-то своими делами. Гриш, ну, понятно, что ты прошел. Вы знаете, вот тут всегда так работает. Вот если ты прошел, то ты имеешь определенный уже статус и результат. Очень часто люди путают, они наоборот думают, да? Ну, конечно, у тебя результат, ты прошел. Нет, ребят, вот поэтому и результат, потому что прошел. Проблема большинства людей – это отношение к делу. Если вы относитесь к этому несерьезно, ну, не ждите результатов, ребят. Ну, не бывает такого. В любом деле вы должны отдать частичку себя. Когда человек организовывает бизнес какой-то, он вкладывает туда огромное количество денег и энергии. Посмотрите, ну, любой бизнесмен, у которого создал бизнес, огромное количество энергии и денег туда вложил, он рискует этим. Но мы, когда приходим в этот бизнес, мы не вкладываем туда столько денег, да, сколько вложили наши основатели. Ну, согласитесь, мы не вкладываем туда столько энергии. Ну, как вы хотите зарабатывать хоть серьезные деньги с DoLife, если вы даже не изучили систему работы? Я думаю, вот здесь как бы для каждого сейчас есть информация для размышления, и если вы себе запишете там, где вы пишете, второй пунктик «изучить 10 шагов», я думаю, для вас это будет, ну, может быть, задача. На самом деле изучить их, вам для этого не нужно много времени. Это все делается очень быстро. Поэтому, ребят, используйте это. Про виртуальный я уже сказал. И, наверное, я буду заканчивать вот такой вот воронкой, о которой многие знают, но когда мы начинаем работать, очень часто мы пытаемся ее настолько сильно сузить,
что мы хотим, чтобы все люди, которым мы дали информацию, прям сразу же пришли и сразу же зарегистрировались, и самое главное, начали действовать не так, как мы в свое время, мы долго думали и мы делали кучу косяков, а вот прям правильно, вот прям сразу же. Мне очень понравился пример одной женщины, которая в нашей индустрии стала мультимиллионером. Она сейчас живет за границей, но родом она с города Днепр. Гриша знает, о ком я говорю. Она как-то сказала о том, что ваша команда – это как спортзал, и вы в нем тренер. Представьте, что вы тренер, который показывает четко упражнения, которые нужно повторить. И если вы делаете их идеально, то ваши ученики будут делать их хуже. Ну, как правило, хуже. Чем лучше вы делаете их, тем больше вероятность того, что кто-то из учеников вас повторит, ну, более-менее приближенно. Если вы будете сами коряво делать, не ждите, что ваши ученики будут делать идеально. Ну, не бывает такого. Поэтому, ребят, прежде всего нужно начать с себя. Посмотрите на себя в зеркало и подумайте, вы бы хотели такого партнера себе в команду? Вы точно являетесь тем партнером, которого нужно копировать и дублицировать? И вот первым делом нужно стать этим ключевым партнером. Для этого вы должны вот эти вот три правила соблюдать. Пользоваться продуктом, посещать все события, все вебинары, все живые события, если они такие проводятся, да. И, конечно, рассказывать людям о DuoLife. У каждого свой темп, но поверьте, если вы не будете молчать, вы возьмете какой-то свой определенный темп, каждый день вы будете хотя бы одному человеку новому рассказывать о DuoLife. Это уже 30 новых людей в месяц. Подумайте, 30 новых людей в месяц. Если это взять на протяжении там, года, да, это уже будет 365 новых людей. Если 10%, то есть 36 человек стартанет, поверьте, это уже будет уровень регионального менеджера. Может быть, будет меньше уровень, но минимум это будет executive. Да, executive – это очень хорошие деньги, поверьте мне. И у нас есть ребята, которые на executive больше 20 тысяч гривен зарабатывают и чувствуют себя очень комфортно. И поэтому подумайте, один человек в день, дайте ему информацию. Но только качественно, не спамьте, не скидывайте просто ссылки без согласия. С человеком нужно пообщаться, да, доверительные отношения какие-то построить. Для этого, конечно, нужно вести список людей, чтобы вы не забыли потом человека пригласить на вот такой вебинар, чтобы вы не забыли потом человека пригласить на какой-то вебинар по продукту, да, или дать ему какую-то дополнительную информацию. Потому что потом люди обращаются, иногда приходят с интернета и говорят, вот у меня был спонсор, вот он мне ничего, как бы никакой информации не дал. Или там попадают к блогерам, где, ну, они как бы доверяют этому блогеру, да, но они понимают, что когда они приходят, то блогера в принципе там нет. Блогер делает свою работу. А им дают каких-то людей с команды этого блогера, которые напрямую с ними работают. Но к этим людям они же не пришли, у них нет доверия к этим людям. Поэтому наш бизнес еще называют бизнес отношений. И в нашем бизнесе самое важное – это отношения, которые вы построите с людьми. Да? То есть это не просто люди, это отношения между вами и с этими людьми. Здесь очень невыгодно вам строить краткосрочные отношения, то есть каким-то обманным путем что-то делать, ну, жить, скажем так, одним днем. Здесь намного выгоднее делать так, чтобы люди, которые приходят, вы максимально откровенно хотели им помочь. Понятно, что они на свои грабли будут сами наступать, но мы стараемся оградить от этих граблей. Именно поэтому мы организуем вот такие вебинары, вот такие вот слайды делаем для того, чтобы вы максимально обеспечили себя вот правильной дорогой, да, шли. Но на самом деле лучше двигаться и делать ошибки, чем просто наблюдать и ждать какого-то идеального времени. Вот, в принципе, я думаю, что понятно, да, воронка – это 1000 звонков, это может быть не звонки, а переписки, там, кому как удобно. Конечно, звонки самые эффективные, но мы на сегодняшний день понимаем, что не все люди готовы общаться по телефону. Поэтому перед тем, как звонить, вы можете человеку написать, если это человек, с которым вы давно не виделись, и как бы, ну, звонок – это уже такое, более такое личное пространство, уже вы вторгаетесь. Из этих 1000 звонков, как правило, 200 человек примет ваше приглашение, и вы сможете дать ему информацию. Из этих 200 людей 20 человек стартует. Из этих 20 4-5 будет ключевых. Те, которые будут ходить на такие вебинары, которые со временем будут сами организовывать такие вебинары, которые будут проводить прямые эфиры в своих соцсетях, которые будут писать посты в своих соцсетях на эту тему, да, которые будут не стесняться и
может быть, работать с какими-то возражениями, доказывать людям о том, что DoLife – это действительно стоящий проект. Ну, доказывать – это как бы последнее, да, что нужно делать. Никому не нужно ничего доказывать, но, по крайней мере, у вас ваша осанка должна быть всегда прямая. То есть вы должны четко понимать, куда вы движетесь. Люди всегда будут чем-то недовольны, всегда будут вас отговаривать. Многие из них таким образом оправдывают свое бездействие. Ну, то есть они будут, им проще сказать вам, сбить вас с пути, чем себе что-то начать делать. Они скажут, это фигня, там, это ерунда, я пробовал, или моя соседка пробовала, у нее не получилось. Таким образом, ему проще вас отговорить, чем самому что-то начать делать. Потому что если у вас получится, он тогда будет чувствовать себя нехорошо, да, он будет думать, блин, надо было мне стартовать. У нас столько людей, которые говорят, вот надо было стартовать тогда, когда вы только нам предлагали. Ну, всегда будут такие люди. Никого не ждите. Вот прям себе можете написать, никого не ждите. Будут люди, которые будут говорить, да, я стартую, да-да, прям сейчас, вот-вот сейчас там подожду зарплату, вот сейчас там закончатся праздники, вот сейчас там 8 марта, 14 апреля. Короче, такие люди всегда будут, не нужно их ждать. Делайте свою работу, ищите новых. Вот, такая вот воронка продаж. И напоследок я хочу вам сказать, ну, чтобы вы задумались, вспомнили, может быть, свои мечты, свои какие-то детские мечты. Обычно они самые сильные. И, возможно, эти мечты побудят вас какую-то такую энергию что-то начать делать. Потратьте 15 минут на план, на планирование. Свяжитесь с вашим спонсором, с тем человеком, который является вашим наставником. Если он, ну, по каким-то причинам выпал из бизнеса, найдите того человека, который является активным. Да, вы все находитесь в нашей команде, вы видите, кто здесь в наших чатах активный. Да, свяжитесь с этим человеком и задайте ему ваши вопросы. И главное, не откладывайте действия, потому что всегда будут причины какие-то начать не сейчас. Сейчас, сегодня лучшее время, чтобы начать. И это так и есть. Вот реально сегодня лучшее время. Поэтому, друзья, у нас проект, который вот реально он может помочь огромному количеству людей преуспеть в жизни. Это те тренды, которые сейчас вот просто они невероятным образом растут. Здоровье, развитие и финансы. Это вот три кита, на которых построен наш бизнес, и вы можете работать абсолютно в каждом из них, и вы можете преуспеть, стать экспертом в чем-то одном. Поэтому, друзья, я считаю, что у нас с вами стартует классный год. Давайте сделаем этот год лучшим. Я вижу здесь Гришу, он, наверное, тоже хочет что-то сказать. Гриш, да, хочешь сказать пару слов? Потому что такое ощущение, что ты вот сейчас что-то хочешь дополнить, что-то сказать. Хочется бежать делать. Бежать делать. Блин, на самом деле, да, нужно бежать делать. Это самое правильное чувство. Знаете, я когда-то себя ловил на мысли, ну, был у меня такой период, этап сомнений, у всех, наверное, есть такой этап, когда я был не настолько вот в бизнесе, у меня не было еще результатов, но я понимал, я ловил себя на той мысли, что после вот такого вот вебинара или после прослушивания какой-то записи или какого-то видеоролика у меня появляется энергия. И я понимал, что вот в этот момент я готов приглашать, я готов действовать. Вот пользуйтесь этим, если у вас точно такое же состояние, вот сейчас начните делать, да, вот есть правило 5 секунд. Вот вы что-то хотите сделать, начните. Хотя бы начните это делать прямо сейчас. И потом вы продолжите. Если вы не начнете, вы будете ждать идеальное время, оно не настанет. Я просто перед семинаром, как раз перед вебинаром, вернее, подписал человека, да, это всегда вдохновляет. Классно, вдохновляю. Да, спасибо. И если что-то добавить, то добавить только одно. Я понимаю, что те, кто приглашенные у нас сейчас первый раз, да, как гости, они что-то думают, что-то, может быть, кто-то слышал уже до этого, кто-то не слышал, сейчас первый раз слышит. Для тех, кто уже является партнером, но неактивным, их тоже касается. Ребят, 2, 3, 5 лет назад отмотайте свою жизнь назад, вот туда. Вы ходили на какую-то работу, делаете какие-то дела, и, в принципе, это вас привело вот к той жизни, которая вас сейчас привело. И есть большая вероятность, а не большая вероятность, а 100% так же оно и будет. Если вы будете продолжать делать то, что вы и так уже делаете, вы будете так же жить, как вы сейчас живете. Если вас все устраивает, все супер, класс, вы, значит, уже свою жизнь устроили. Но если вас это не устраивает, то, наверное, стоит хотя бы
иметь смелость, чтобы попробовать начать делать бизнес DualLife. Рисков никаких, возможности есть, поддержка есть, наставники есть. То есть, ну, возьми и сделай. Есть вероятность, что не получится. Ну и что? Ну, как бы, сейчас не будем вдаваться в подробности, почему не получится, да? Ну, к примеру. Ну, по крайней мере, ты приложишь к этому усилия. Но с такой поддержкой, с такой командой, с такими наставниками, как Сергей и Виктория, ну, при твоем желании у тебя обязательно получится. Обязательно. И через полгода, через год, через 2 года уже ты будешь для своих партнеров проводить такие вебинары, уже твои партнеры будут получать автомобили, ездить в путешествия вместе с нами. И это может быть твоей реальностью. Или твоей реальностью может быть то, что ты опять будешь ходить 5 дней в неделю по 8, 10, 12 часов на нелюбимую работу. Ну и вы в курсе, да, что пенсии уже не будет. Ну, у меня все. Я думаю, на этом можем закончить. Гриш, спасибо. Ты вот действительно озвучил слова Эйнштейна. Каждый может задуматься о том, что он делал последние 3-5 лет. Друзья, спасибо вам, всем, кто участвовал, все, кто были на этом вебинаре. Я думаю, что у вас есть над чем задуматься. Мы заканчиваем запись, я чуть позже выложу в наши чаты. Обязательно сбросьте своим партнерам. Созвонитесь с ними, пообщайтесь с ними. Это лучший. Сейчас поводы, есть очень много поводов, да, чтобы пообщаться с вашими людьми, которые по каким-то причинам или выпали из бизнеса, или не стартанули, но хотели. Поэтому всем добрый путь. И я думаю, что на следующем вебинаре мы поговорим тоже о каких-то очень актуальных вещах. Я думаю, на следующей неделе мы организуем этот вебинар. И до встречи. Всем пока-пока. Пока-пока. Будьте активны в наших чатах, задавайте вопросы.